Я вас категорически приветствую и продолжаю все то же. Собственно, побежать мне надо было в прошлый раз в склад номер 5, чем я сейчас и займусь, дабы поиметь с него какую-то шнягу. Дабы опять же продвинуться по сюжету 93 на нита. Не купить ли мне залечить парочку? А то в прошлый раз, блин, ебого, блин, чуть не сломал что-нибудь, блин. Например, клавиатуру. Тяжело было, тяжело. Так, это четвертый. Четвертый нам не нужен, нам нужен пятый. Мазончик включился. Радиация драная, блин. Так, надеюсь, это оно. Хер там было, это не оно. Чаль. Тогда надеюсь, что оно здесь. Где-то. Вообще, зачем я патрон трачу? Тем более противопехотные. Или как они называются по-русски-то? Антиперсонел. О, отлично, вот мне сюда. Где этот хер? Надо его убить, чтобы он мне жизнь, кровь-то не попортил. Ну где-то там, родное сердце. Иди сюда, на! Быстро, резко, блин. Оп. По горбу. На-ка. Так, что у меня с модулями? Нихера мне модулей доктор Полена не прислала, а могла бы. Мне бы Energy Weapons. Подозреваю, что... Но у меня вообще нету. Подозреваю, что мне нужно 10 модулей, чтобы это все выучить. Так, 3, 4, 7, 6, 0. 3, 4, 7, 6, 0. Great success. Так. Что это за херня? Ага. Так, вот по-моему мне эту надо было взять. Интересно, а эти части еще для чего-то нужны будут? Вот бы узнать. Так, теперь мне нужно бежать в шутель-контроль, я так подозреваю. Потому что это единственное место... Куда надо было, куда-то можно было что-то вставить. Команд-контроль. Ну да, наверное, блин, хер его знает. Других вариантов я не вижу. Так, мне бы еще найти бы, наткнуться как-нибудь на долбанную станцию апгрейда. Сюда, на. Дабы заапгрейдиться. Так, а как он на карте выглядит? Upgrade unit. У. Буква У. Не вижу. Чё-то таких букв в этом слове. Блять, как всегда, таймер забыл поставить. Ну, баклан. Ну ладно, тут всего пара-тройка минут прошло. Так что не гажно. Побежали, побежали. Ты сука. Где от меня, паскуда? Блин, патронов ни хрена нет. Не. Ну, это, в общем-то, перманентная ситуация. К сожалению, что патронов нет. Блин, там, походу, апгрейды есть, не? Ну, ладно, все равно туда еще не скоро я попаду, я так подозреваю. Блин, шотган мой совсем поломанный, что меня печалит. И вообще, бомж. Что меня печалит еще больше. Yes. Блять.
Иди от меня. Скотина. Команда контроль. Да, надо сюда. Надеюсь. Очень сильно надеюсь. Так, ну, раз и здесь перезарядим наше все. Тр-пр-прм, туда наверх. Чик-чик-чик-чик-чик. Как-то непривычно даже бежать сюда по этому маршруту, а не по обратному, бляха. От репликатора, блин. Никого тут нет. Так. Есть. Отлично. Круто, еще 10 модулей. Но мы их пока оставим. Так. Дабы потом выучить сразу залечку, если получится, конечно. Так, ну теперь бежать, собственно, опять обратно, блин. Эти кольцевые ваши. Эх. Да, к сожалению, тут довольно много бэктрекинга. Чем дальше, тем его больше. Если мне память, конечно, не подводит. Вот. Ну. Что ж поделать? Так. Зачем я это делаю, кстати? А, чтобы, да, убрать радиацию, и чтобы проползти туда, в этот... Нет, в какую-то там дверь дальше. Слава яйцам. Не видите ли? Убилайзинг Real Forces, блин. А это что было? А, так. Ладно, пофиг, мне куда-то туда. Так и так. По трубам шастать. Что-то там какие-то шаттлы перезарядить надо. Трололо. Тут, конечно, наспаунилось миллион гибридов уже. Кстати, а почему это... Да, неважно. Хоть радиации, блин, уже больше не будет, а то она меня немножко утомила. Да, точно, гибрид где-то есть. Вот он, иди сюда, на. Что, еще один есть где-то? Слышь, ты снайпер до хера? Пошел нахер. Выкинь. Брось каку. Сюда, что ли? Да, сюда, что ли? Че же меня так колбасит в этом месте, я не понимаю. Отлично. Прогресс! Ну как? Магазин, который даже работает. Ты не можешь не радовать. Хакнем. И 60% опять. Давай охерели. Ну, естественно. Да есть что иметь. Да имейте совесть. Они не имеют совесть. Пока что. Вообще никак. Да ём... Керный... Бавай. Да, блин, вы издеваетесь. Так можно все наниты потратить. Блин, имейте совесть уже. Я, конечно, понимаю, что 60% не настолько же.
Паскуда. Ну, ну... Наконец. Нихера, блин. Твою маму. Ой. Ой-ой-ой. Ты с чем там? С трубой? Ты куда? Так. Ладно. О! Лазерная шашка. Лазерная рапира. Если быть точным. Ну, и сколько ей надо? Агилити 3, Energy 4. Всего лишь? Пофиг. Выучу. Когда-нибудь, через полгода. Блин, что-то у меня места в инвентаре становится катастрофически мало. Надо бы апгрейднуть силу. По максимуму, ибо нефиг. Так, даже не знаю, куда в первую очередь-то метнуться. Так. Да, блин. Ладно, в первую очередь у меня тут ПДФки накопились. Спасибо. Да еб... Да ты сдохнешь, нет? Блин, ну что за херня? Так, где-то там, что-то там, какие-то коды мне дали. Еще раз. Ну, это я уже знаю. Так, склад там, что на складе? Это ладно, это пофиг. Spook tried to take one of those things out with a pyrokinesis attack, but didn't even break stride. Then it unloaded both barrels into his stomach. Falzone said there's a weapons cache in one of the engine nacelles. Maybe I can find him and the others there. Дверь могли бы и не закрывать, конечно. Конечно. Где эта сраная макака? Иди сюда, на. Тварь. Ненависть. Кольцевая? Какая прелесть. Блять, пушки. У меня так мало нанитов, что даже хакать не хочется как-то. Совсем. Спать. Что мы там включили? Пофиг. I've been contacted by some kind of artificial intelligence that wants to help me reclaim control of the Von Brandt from whomever or whatever is now in charge. I don't know where it came from, but I must confess, I'm happy it is here. Да, поверь мне, доктор Полена, ты не будешь сильно рада встрече с этим artificial intelligence. Интрига? Так, зря, что тут будет тоже камера, что-то мне подсказывает. Нет? Странно. Ну, можно вниз спустить. Слышь, родной, ты нафиг. Так. Только я что-то включил, и что мне это дает? Reset Mindpower Computer. Компьютер. Чему бы это?
Я не знаю, к чему это. Ну ладно. Сохранюсь тупо и залезу туда. Радиации нет. Ну ладно. А смысл тогда? Этого всего... Хрен его знает. Так, там был какой-то лифт. Видимо, мне не... Видимо, мне в него. Мне в него. Какие-то фифексы фикции. Побеждают меня со всех сторон. Поехали, чё. Чем порадуете за углом? Я слышу гибрида. Черви опять эти непонятные. Слышишь? Он сори, блин. Это сишки оставьте себе. Это мы прочитаем. I don't know where we'd be without Delacroix. This whole ship is falling apart. She's the only one who knows what from what. I saw her arguing with that creep Anatoly Kreskin or whatever his name is, and she was giving it to him for good. Stares her straight in the eye and starts babbling about how she doesn't know the pleasure of the joyful unity or some such. Mamma mia, the clowns are running the circus. Mamma mia. Сдохни. Блять, антиперсонал патроны. К чему бы это? Какой код? А хер его знает, какой код. Чё-то я не догнал краями. Ну и где мне выключить... The engine core is now back online. Now get to the elevator and come see me on deck 4. While you're doing that, I've discovered the presence of some annelid artifacts on board the ship. I think you may be able to use them to your advantage. I've uploaded the information to the ship's weapons upgrade units. They'll be able to convey the information to your cybernetic rig. What are you waiting for? Get to the elevator now. Чего она там сделала со станциями апгрейдов, хер знает. Ну, отлично, прогресс, граждане. Что не может не радовать. Ну и плюс рапиру лазерную нашли. Так, это вообще куда ведет у нас? Так, на этом этаже у меня есть репликатор, да? Ну как? Окей. 5%, ну слава тебе, яйца хоть не 60. Патроны, сок. Что это за имплантик у нас? Пси-буст имплант. Окей, пригодится. Да, мне надо определенно статы поднимать. Пошел. Нахер. Спрятался он, видите ли. Привет, пацаны. Модули, давайте. Блин, что-то богатые на модули. 43 модули. Ёкерный бабай. Надо их тратить, это определенно. Зачем я сюда пришел? Печаль. Блин, могла бы и патронов отсыпать. Козел. У меня для дробовика это уже как-то. Куда иду вообще? Что я здесь делаю? Привет. Взял из воздуха появился. Скотина. The fuck? Пошла ты нахер. Сучка. Нихера себе. Где это было? Так, надо купить еще пару залечек, раз я здесь. Спасибо. Это было больно.
Что он сказал? Silence and Discord? Что-то напоминает название какой-нибудь песни хэви-метал группы. Типа Manowar. Хотя они нихера не хэви-метал группа. Или хэви-метал группа, да насрать, короче. Блин, хоть без этих складов долбанных как-то сразу интереснее стало бегать-то. Утомительная была секция, это прямо скажем. Ну, лифт верните. Блин, печаль-то, что армор-писинг патронов нету. Мне это не радует. Да и то, что вообще никаких патронов нету, тоже меня не радует нихера, блин. Блин, найти бы какую-нибудь броньку получше. Иди сюда, на, сучка. Фу, блядь. Уебище. Киборг Мидвайф. Окей. Еще киборгов с лазерами не хватало. Троны, слава тебе, яйца. Куда я вообще иду и зачем? Мне сюда надо вообще? Хер его знает. А, отлично. К лифту-то мне как попасть? Да что ли куда-то? Через трубу там тралала. Кольцевая, главное, и полезный шорткатик. Окей. Так этот безумно длинный коридор. Ага, лифт работает. Супер. Супер! Ну, ладно, поехали, встретимся с доктором Полено. Ну. А, вот так это работает. Какой она там сказала? Четвертая? Блять, что за херня опять? Спать. Так, мне нужно... я пришел сюда, чтобы... апгрейднуться. Потому что здесь у нас есть все станции, плюс там доктор Полено что-то сказала про то, что там weapons, там тралала, что-то там сделают мне полезного. Так, какие из них weapons? И что? Так, во-первых, Energy 1. По-любому. О, супер. Теперь осталось починить еще его. Этот лазерный пистолет. Что хотел? Пси я бы хотел. Пси. Пси. Так, залечка где у нас? Серебро стимулирует... Серебро стимулирует регенерацион. Супер. Охерища надо. 20. Так, а с первого уровня мне что-то надо? Телекинез. Там тралала. Херня всякая, крекинез. Это мне нахер не нужно, я так думаю. Так. И... питок. Супер! На какую кнопку у меня? Да. На какую кнопку у меня пси-хренька? Ни на какую. Ошибись. Будет тильда. Чик. Ну, теперь я, собственно, наконец-то могу показать, как работает псионика. У каждой псионики, когда нажимаем кнопочку... появляется бар. Вот он. И, соответственно, там в конце у этого бара желтая область. Чем выше скилл псионики, тем она меньше. Ну, то есть, чем выше уровень спла используемого, тем она меньше. Соответственно, цель всего этого — завести в желтую область курсор и при этом не оверлоуднуть. Так,
Блядь, чуть-чуть не достал. И не, не упереться до конца. Потому что тогда спелл дает бонусы. Ну, как-то, например, больше лечения. И, допустим, там, больше дамага, я не знаю, что еще, дольше работает. Вот. Вот все в таком ключе. Но если довести до конца ее случайно, тогда получишь в лицо. Так. Долбанные экзиноморфы. Все засрали. Как те самые экзиноморфы. Чик. Вот. Маловато что-то как-то. Зато на халяву. О, фул хп. Зашибись, сразу стало легче жить. Что такое? Блин. Места не хватает. Где камера? Да кто опять? Да ебать, опять долбанный. Я уже скоро весь... Пистолет себе сломаю. Great success. Ну, собственно, потренироваться бы надо. У меня осталось 6 модулей, на которые могу купить. Что? А. Ага. Во как. Вот про это она что ли говорила? Это еще и перки тут есть, оказывается. Я про них и забыл совсем. Все. Задолбали. Что тут у нас, например, есть полезного? Дамаг от радиации токсинов уменьшен на 25%. А, я могу выбрать на халяву один. Так. Экстра 20% всех шприцов. 3 экстра инвентори слота. Быстрее бегать. 15% дамага на оружие. Круто. 8 модулей. Нахер это надо? Ага, 2 импланта за раз можно взять. Вот как это, оказывается, включается. Странно, я помню вроде, что было у меня это как-то и по-другому. Хрен знает. Так, 5% здоровья, 5 здоровья мне не надо. Весь hand-to-hand дамаг на 35% тоже полезно. Хакинг увеличенный, пофиг, это фигня. Новые атаки какие-то милишные, типа вот так. Дубиной по лицу. О как, вот это тоже полезно. Из каждого дохлого робота в каждом дохлом роботе будут попадаться всякие ништяки, в том числе ремонтные. Это, кстати, очень хорошо. Я бы даже думаю насчет того, чтобы ее взять сейчас, потому что мне нужно чинить много оружия. Так, ну это всех магазинов стоимость снимает на 20. О, псионик бурнаут, это как раз этот оверлоуд, про который я говорил только что. Больше не делает дамаг. Но это довольно бесполезно на самом деле, потому что при должной сноровке, ну, в оверлоуд ничего не уйдет. Так, это похер, наниты, 50% стоимость нанитов в нанитах уменьшена для модификаций. И карта сама... Ну, я возьму вот эту штуку. Я хочу чиниться. Собственно, подписывайтесь на канал, если вы получили хоть какое-то удовольствие от просмотра данного эпизода.
лайкайте, шарьте видео. До новых встреч в эфире, граждане.